Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня один мой подписчик отправился на поиски того самого места, где был Тик-Так. Ну что же, пожелайте нам всем удачи, а мы начинаем. И конечно же, перед началом хотел бы вам подарить Керамби и Драгонлайт. Чтобы получить, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий, плюс твой ID. И третье, самое главное, посмотри все видео без единой... Я убегу, сюда кто-нибудь зайдет и ее просто ограбят. Сейчас 25 забегу. Миллионов? Да ты трендишь. А ну покажи. Смотри. Они стоят 10 тысяч рублей. Это настоящий луи. Вот, насколько подожди, ты можешь видеть, там даже. Подожди, покажи, покажи вот. Пацанам. Ребят, тот самый герой! Подожди, подожди, это настоящий вот. Луи. Читай. Вот, видишь, тут буквы огромные. Вот, читай. Брат, еще у тебя интернет такой дерьмовый. А, вижу, вижу, вижу. Подожди, что написано? Вот, читайте. Это Луи Виттон. Это правда? Братан, ищи ключи быстрее! Понимаешь? Сейчас куча школьников выбежит туда и заберут его просто документы. Братан, нам нужна прям сейчас именно твоя помощь. Ты знаешь, что я прям там живу, я в тот раз тебя включал. Брат, ну ты можешь прям сейчас туда прийти? Прям сейчас, понимаешь? Вот прям в эту секунду сможешь подойти или в ближайшее время? Я смотри, что могу сделать. Я, чтобы не убежать просто так, я позвоню маме, скажу, я пошел за водой в магазин. Минута. Просто это будет. Скажу, я пошел в магазин за водой, ага. И приду к тебе. О, так давай прям сейчас. Ты можешь же прям сейчас. Мне нужно позвонить, я не могу. Брат, сколько тебе надо дать времени? Две минуты. И ты сразу идешь. Ключи нашел уже, да? Ключи нашел, родной. Я сразу иду, да. 5 minutes later. Давай, брат, беги быстрее, беги быстрее. Ребят, вот он, тот самый герой, вот он, тот самый красавчик. Стой. Подожди, я не тебе. Ты что, нашел друга кого-то? Какого друга? У меня нет друзей. Брат, ну я буду твоим другом тогда. Посмотри, что внутри пакета. Подожди. Может, Тик-Так пил, тут пиво. Может, Тик-Так попивал. Да какой, ну какое пиво? Ну чё, зачем ты рофлишь? Я тебе говорю, серьезно, ты говоришь, какой Тик-Так пиво попивал? Ну ты адекватный или как? Давай беги. Брат, аккуратненько, не упади там, самое главное, не подскользнись нигде. Стопэ. Смотри, тише. Какой пляж. Вот это вот канал. Там был мост, по мосту впереди. Ну в него я не залезу. Не, так бы не надо залезать, брат, не надо залезать. Прям сейчас просто перейди на ту сторону, давай аккуратненько. Вон он валяется, который у тебя на превью. Давай, брат, давай. Сможешь обойти? Тебе будет не сильно тяжело? Да мне вообще пусть. Вот он. Вот, мы видим, братан, что в этом пакете, быстро, я не знаю, вдруг там его вещи, брат, надо бежать, давай, родной, вижу пакет, надо бежать, родной, сможешь, обойди, понимаешь? Ты что, туда лез? Брат, надо обойти, посмотреть, что там и как на той стороне, понимаешь? Да, ты уже на мосту, братан, идеально. Нет, на пляже. Брат, давай, ты уже на мосту. Там шалаш, смотри. Шалаш, подойди в шалаш! Подожди. Ты что, я не полезу? Не, аккуратненько. Там спят. Аккуратненько. Да никто там не спит, подойди туда. Смотрите, шалаш. Это Тик-Так дом был? Либо... Я не знаю, что это. Какой дом нахрен? Подожди. Засунь камеру. Я представляю, сейчас это забыли. Брата, тише. Сейчас бог меня изнасилует еще. Ну-ка. Тебе понравится, тише. Посмотри, что ко мне кто-то идет. Вдруг это они? Подойди к ним. Скажи здравствуй. Здравствуйте. Скажи, вы не видели Тик-Так? Лучше признавайтесь. Да, признаться надо. Пройдемте, пожалуйста, поговорим. Покажи их лица, братан, покажи их лица. Брат, покажи их. Меня зовут Кента Пука. Вот, видите? Да не пали меня! Кто это? Нет, короче. Это вряд ли грабитель, брат, это бабушка. Брат, это бабушка Гренни. А вы бабушка Гренни 3.0? Ну ладно, брат, давай не рофлить. Залезай внутрь палатки. Натан, просыпайся. Ержан, просыпайся. Брат, ну давай бешу. Просыпаемся. Залезь внутрь палатки, что там такое происходит? Там нету никого, видишь? А зачем палатка? Я не знаю, может. Брат, там Тик-Так. Иди дальше. Нормально, иди дальше. Вот тут говно. Ну, брат, ну покушай его, что тебе сказать. Это не говно, это цемент называется. Да нет, там ничего нет сразу. А чего это говно? Ты видишь, это что, мамонты или чего? Ты видел, какая там куча огромная? Братан, это цемент называется. Все, я в говно залез. Я вся в говне. Я не могу вылезти отсюда. Я весь! У меня все обувь в говне. Я там в говне застрял. Брат, все нормально. Я весь в говне навозе. Да это не говно, подожди, это нормально, это земля просто. Земля, смотрите!
внутрь палатки залезь, посмотри. Возможно, там что-то есть. Внутрь палатки. Посмотри внимательно, там что-то есть или нету. Там только говно, отвечаю. Брат, ну понюхай его. Там только говно, я не шучу, да я не шучу. Подожди, окей, подожди, стой на месте, никуда не ходи. Давай, тихо. Пацан, подойди сюда. Кто это? Подойди сюда. Кто это, пока что? Да. Сэндов играешь, знаешь, эти? А, кошелек видел тут? Точно? Да не трогай ты школьника, отстань ты от него! Ну ты... Да ладно, отстань ты от человека. Только, иди туда. Хочешь, я тебе бабки дам? 100 рублей, 200. Ну, если ты, короче, вот это все прочешешь и скажешь, есть там это кошелек, либо нет. Давай, брат, давай 200 рублей. Кент, с тебя 200, выбирай. Давай, брат, хорошо, 200 рублей, и вы вдвоем идете с ним. Все, 200 рублей человек тебе даст прямо на стриме. Давай, брат. Давай. Прочесывай все, быстрее, у меня зарядки мало. Быстрее, да вдвоем идите, вдвоем идите с ним. Не, подожди, смотри, Кент, он сильно мелкий. Я даже 200. Брат, окей, вы ставите скин, я прямо сейчас куплю скин. Аккуратно, родной, давай, аккуратненько. Нету, Кент, вообще. Ничего нету? Мы с тобой сыграем, или если ты выиграешь, я полезу в болото, везде буду лезть. Давай, брат, я жду. Быстрее иди домой тогда. Малому тоже скажу, мне ничего не искал. Быстрее домой. Смотри, иди. Стой. Все, то есть смотри, я тебя выиграю в дуэли, и ты пойдешь, сказать? И ты пойдешь прямо в болото, прямо да, туда. Да, но, смотри. Чё? Стой, я хочу тебе сказать. Я, знаешь, джентльмена? Фермера, ну, фермера, говори правильно. Ну, да. Ну, я на самом деле киберспортсмен уже 4,5 года. Я там был в медийных кла... У фермера был, потом спросишь. Я тебе голду могу отдать. Ну все. Малой 100 рублей просит. Ты челику сказал, теперь давай ему. Во-первых, это ты сказал, во-вторых, я сказал, голдой отдам. Я же не против дать, я отдам. Далее мы с ним пошли, игра дуэль на то, что он полезет в болото. Но, ребят, не глубоко, не переживайте, все нормально, я же адекватный человек. И тут во время дуэли пришел тот самый школьник, которому он должен 100 рублей. Открой дверь. Да не надо, не домой надо. Домой ко мне зачем пришел? Ты ко мне домой зачем пришел? Не надо кричать. Да, ну, это нормальный парень, братух. Ты реально топчик. По 100 рублей пришел, вот. Да? Братан, слышишь? У тебя есть киви кошелек? Спроси у него. Ты меня слышишь? Нет. Нет, ему 10 лет. Блин, киви кошелька нету. Смотри, а голда в стендофе есть? Да, нету телефона, мне не надо туда. Ты вообще ничего не делал, ты просто где был, там и стал, и за это хочешь 200 рублей. Мало тоже. Пожалуйста, 200, 100 рублей было. Скажи, мы на 100 рублей конфет дадим. Брат, покажи, что у тебя есть в холодильнике. Дай ему какую-то шоколадку или что, я тебе потом отдам. Дай ему вот что-то... это нормально все? А что это, покажи, а что это? Это мармелад. Ляк, вот ты уронил. Ну давай ему мармелад, давай, брат, я думаю, ему будет приятно. Брат. На тебе мармеладки целые. Ладно, давай тогда я завтра приду. Нет, так стой, мне сказали, что я не могу.